Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер белорусской экономики. Ее успех – это высококлассная техника. У нас есть такая. Бобруйская «Громаш» – флагман отечественного машиностроения. Это целый холдинг. В его составе 6 предприятий, а это 3000 специалистов. Один из них – Валерий Алексеев. На «Громаш» он уже 30 лет. Признается, в работу вкладывает душу. Хотя все получилось случайно. Искал временную работу, а нашел постоянную. Дружный коллектив, грамотная руководство и комфортные условия – некоторые из плюсов. В инструментальном цеху за его карьеру менялись люди, оборудование. Неизменно лишь одно – высокое качество бобруйской техники. Вся работа нашего цеха – это в основном точность. Это шероховатость обработки, точность точения. Мы работаем не в каком-то одном направлении, по какой-то одной машине. Мы практически участвуем во всех машинах. Также выпускаем инструмент. Штампы для холодной штамповки, литейные формы, мерительный инструмент делаем. В начале деталь, на финише классная техника. Сейчас «Бобруйская «Громаш» – это больше 150 видов машин. Колесят они почти по всей Беларуси. Аграрии доверяют. МТУ-18 – разбрасыватель твердых органических удобрений. Вес полуприцепа – 6 тонн, грузоподъемность – 18. Конвейер работает в обе стороны. Машина сильно сокращает время обработки почвы. Экспорт. И здесь 60% продукции уходит за рубеж. В 50 стран мира – СНГ, Европа, Скандинавия, Африка. И это, считают на предприятии, далеко не предел. Работа по освоению новых рынков – постоянная. В этом году мы реализовали знаковый для себя проект поставки в Монголию 250 единиц техники. Вышли на рынок Франции, Венгрии. Ну и мы не планируем останавливаться на достигнутом. У нас есть наработки по организации новых сборочных производств, по освоению новых видов продукции. Но это уже, так сказать, коммерческая тайна. Кто хорошо работает, также отдыхает. Этот праздник агромашевцы заслужили. Сегодня день машиностроителя. В этот раз театр принимает заводчан. Начинают с награждения. От водителя до начальника каждый вносит вклад в развитие предприятия. Для них цветы и слова благодарности. Подготовили и особенный сюрприз. На сцене заслуженная артистка Беларуси, певица Ирина Дорофеева. От всей души очень торжественно хочу поздравить сотрудников холдинга «Бобруйская «Громаш» с вашим профессиональным праздником. Хочу пожелать, чтобы вот тот, наверное, механизм под названием «жизнь», ваш человеческий вот организм, чтобы он всегда функционировал, был в тонусе, чтобы вы были наполнены жизненной силой, энергией, чтобы каждый день хотелось работать, творить, созидать. Мы впервые, наверное, за долгие годы мы собрали весь наш холдинг, все наши 7 предприятий, и было очень отрадно видеть сотрудников из Молодечина, из Орши, из Бреста. Знаете, когда мы видим, сколько нас, мы чувствуем такую силу, мощь нашей промышленности. Машиностроение Беларуси – это не только про сельское хозяйство. Велосипеды, пассажирский транспорт, военная и карьерная техника. К примеру, БелАЗ выпускает самую широкую в мире линейку самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Машины – один из брендов Беларуси. Предприятие удерживает треть мирового рынка. И это лишь малая часть того, чем гордится республика. Карина Гуревич, Максим Галионко. Итоги недели.